И начали 3 сканера сканировать пространство над моей головой, под ногами, 360 градусов вокруг меня. Сканер сканирует все 7 тонких моих тел, находит все. У тебя как молнии небольшие в ногах. Молнии. Серебряным цветом. Хорошо. Даю команду. Наши 3 молнии выходят до 100% из моего биополя. Отправляются в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивает этих молний канал. Кат всем ответственным. 1, 2, 3. И притягиваю их, где бы они ни находились. 1, 2, 3. Стоят в клетке. Слушай, но у меня ощущение, что там такой небольшой, как ангелочек, Купидон. И он очень грустный. Снимаются маски и голограммы. Фантом присоединяет перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Изменился? Как завис, нет. Вот это не то. Выстраивает этого фантома канал к ответственным. 1, 2, 3. И все ответственные по цепочке притягиваются в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Но здесь ящер сразу. Отлично. Считай цифры над головой ящера. 18:42. Хорошо. Ты пришел на свои похороны, паразит. Снимаются маски и голограммы. Ящер предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает ящера канала, притягивая всех остальных ответственных, с ним связаны. 1, 2, 3. Да, будет так, а такие стоят в клетке. Но он рептилоида превратился очень высокого, и у него чешуи такие блестящие, добротные. Чешуи кожа. Добротные даже. Ты посмотри, какая красота. Считай цифру этой сущности над головой. 546. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивая канал от этого рептилоида. Нет, у него он один. Он хочет говорить с тобой. А хочу ли я с ним говорить? Он договор с тобой заключить хочет. Ты вошел против моей воли в мое биополе. Ты мой заложник. Он говорит, что это была уловка. 546 уровень – это не тот уровень рептилоида, чтобы со мной разговаривать. Что ты знаешь об уровнях рептилоида? Что я знаю? Влад, просканируй защиту и сожги ее. Он говорит, что он пришел без защиты, чтобы заключить договор. О чем может рептилоид? А кто ты вообще такой? Объясни мне. Посол. Посол. Кто тебя послал? Какая цивилизация? У тебя есть мандат на ведение переговоров? Рептилоидная. Не ящер. Цивилизация. У меня есть полномочия. У тебя каждый занимается своим делом. А как так получается, что ты с таким низким уровнем, 546-м, уже являешься послом? Вы неправильно проинформированы про уровни. Ну так объясни мне. Я внимательно тебя слушаю. Это пирамидальная система, которая уходит наверх, к королеве. Мой уровень означает договариваться или посол, как вы это называете, переговорный уровень. А у тебя есть полномочия вести переговоры? Иначе бы меня здесь не было. Хорошо, рептилоид 546. Я не военный. Ты не военный? Нет. А зачем этот спектакль с ящером? 18:42. Если ты хотел со мной разговаривать, ты предстал бы перед своим первозданном виде. Что-то у меня к тебе нет какого-то доверия, понимаешь? Ты уже изначально... Мы да. Устанавливаем по протоколу свою цепочку защит и голограмм. Хорошо. А если бы я тебя не вытащил, ты бы передо мной ящером разговаривал? 18:42? Нет, ты бы имел дело с голограммой. Понятно. То есть ты одновременно... До переговоров бы не дошло. То есть ты меня бы одновременно сразу бы на этом этапе проверял? Это значит, ты не готов для переговоров. Хорошо. Значит, получается, я готов для переговоров? Раз перед тобой стоит посол, до которого ты... Рептилоид, у вас такое высокое мнение о себе, ты понимаешь? Ну хорошо, посол, давай. Почему у нас не будет высокого мнения, если мы были на вашей планете 4 миллиона лет назад? И осваивали ее.
перед тем, как появились разные цивилизации. Абсолютно верно. С этой стороны я согласен. Но это было 4 миллиона лет назад. Дальше вы проводили эксперименты, в том числе с вашим ДНК. И сколько в нас, в людях, присутствует вашей ДНК? Кроме нас были другие. Ну, конечно. 4 или 5. Все смешано. Все смешано. За эти годы. Хорошо. Но вы считаете себя до сих пор хозяевами Земли, правильно я понимаю? Можно и так выразиться. Но мы должны все равно сотрудничать с главной цивилизацией, населяющей Землю. И кто это главная цивилизация? Человеческий род на сегодняшний день. Хорошо. Понимаю. Мы должны показывать и не скрывать от вас информацию, что мы и делаем в понятном и доступном вам виде. Какую информацию? Уточни, пожалуйста. То, что мы присутствуем среди вас и что мы планируем, осуществляем. Это показано в разных источниках, которые вы принимаете за фантастику. Ты имеешь в виду веды сейчас? Нет. А что именно? Я имею в виду информационные каналы, кинематографию. Ну, я думаю, она полностью в ваших руках, темных цивилизаций. То, что на сегодняшний день это добавились игры. Компьютерные игры, безусловно, цифровая технология. А это все ваше, это я тоже в курсе. И у драконов есть такие технологии. Хорошо. Я поделился информацией, а теперь хотел бы перейти к основному, к основной вопрос. Причине моего появления здесь. Я тебя слушаю. Моя цивилизация предлагает остановиться и заключить контракт. Он очень прост. Мы не трогаем вас, вы не трогаете нас, игнорируя наше присутствие в биороботах и их жилищах. С нашей стороны мы не атакуем вас и не подселяемся. Вас лично и тех, кто связан с вами. Наши ученики. Ты это хотел сказать? Я бы немного расширил круг, включая ваши семьи. Ох, ты даже угрозу уже семьям делаешь нашим. Это я уже воспринял. Это не угроза, это... Это угроза? Рептилоид. Это угроза? Это пункт договора, который мы готовы выполнять, не подключаясь к вам и людьми, связанными с вами, включая учеников и родственников. Это мы можем расширить этот пункт. Нет, мы не можем расширить этот пункт, потому что ты забыл одну единственную важную вещь. Законы мироздания. Право человека на свои энергии и на свое будущее. Если человек изъявляет это желание, высшими светлыми силами нам дана та власть и та сила для того, чтобы производить их чистку. Я не согласен на твои ультимативные условия. Я их полностью отвергаю. Я готов выслушать твои условия. У меня нет условий. У меня единственное условие, вы акцептируете законы мироздания, что вы не делаете. И вы признаете то, что если человек выразил свое желание освободиться от вас в своем жилище, в своем биополе, а также своих родственников, мы именно тот инструмент, который будет это всегда делать и исполнять. Это наша программа, это наше задание, это наша миссия и, в конце концов, наше желание. Я не принимаю, рептилоид, твои условия. Мы много раз у нас... десятки раз, если не сотни раз нападали, постоянно пытаетесь. Мы противостоим вам. Но я тебе скажу откровенно, что если за тобой стоит твоя цивилизация, то за мной тоже стоят определенные силы, которые не допустят определенных сценариев. Если ты не будешь это признавать, если ты будешь гнуть свою линию и настаивать на том, что ты единственный хозяин на земле, а люди – это ваши рабы, я условно говорю, из которых вы хотите сделать определенный менталитет, подчинение и так далее, это ваше право. Мое право исполнять мою работу. Мой ответ – нет. Мои ученики
заточены на то, чтобы противостоять вам. Мы знаем о ваших атаках. И вы знаете прекрасно, сколько вы уже потеряли. А этого будет больше. Скоро они Именно получат... поэтому я здесь вот. Договариваюсь. Игры были до вас в свое время. Точно так же, когда мы уничтожили очень много их оборудования. Вы становитесь опасны. Ты знаешь, как я в такие ситуации решаю с демонами, которые есть на земле? Я им говорю, мы ходим по разным сторонам улиц. Если мы с тобой в определенном месте, в какой-то определенной ситуации встречаемся, то мы решаем с тобой эту определенную ситуацию. Не в глобальном смысле, а именно эту конкретную ситуацию. Только этот вариант я могу тебе предложить. Если я замечаю чрезмерное воздействие на людей, а такое было, я буду наказывать. Если я замечаю какое-то воздействие на меня, я притягиваю всех ответственных и буду сдавать их в межгалактическую полицию. Если вы не научитесь уважать наше свободное поле действий, то я перестану уважать и ваше свободное поле действий. Я услышал твое предложение, а теперь хочу высказать свое. Я тебя слушаю. Мне нужен договор, что всех представителей нашей цивилизации, которые вы будете находить, вы и ваши ученики, вы будете отпускать на нашу волну, что им не грозит уничтожение. Это зависит от контекста, понимаешь? Это зависит от того, от меры ущерба, который эти... сущности наносят. Мы в последнее время, мои ученики, встречаемся с рептилоидами 10-тысячного уровня. Меня это настораживает в том плане, насколько вы серьезно, агрессивно устроили охоту на моих учеников. И ты мне предлагаешь их отпускать? Вы не должны входить в них. Вот принцип, понимаешь? Не входи, не будет последствий. Это называется у нас причинно-следственная связь. Если бы ты кому-то не причинил вред, тебе не надо было бы, не пришлось бы самому испытывать боль. Мы защищаем только свое, как бы тебе сказать, свое место. Я лишь хочу поправить тебя. Поправь. У нас нет таких высоких цифр. Все намного проще. Хорошо. И пирамида не настолько разделена по слоям. Скорее всего, эта цифра личная. Одного из служащих. Вполне возможно, что ученики пока еще не в состоянии определить этого. Возможно, возможно. Я не допускаю такой вариант. Вполне возможно, что с считыванием этих цифр у них получилась какая-то ошибка. Личный номер объекта. Личный номер объекта, согласен. Хорошо, но объясни мне тогда, пожалуйста, что это меняет в принципе. Я тебе озвучил свою позицию. Я тебе предложил, как мы взаимодействуем. Я не буду терпеть, если вы будете вселяться в моих учеников. Они будут с вами сами бороться. Если меня попросят, я им помогу. Я не решаю, я лишь передам твои Хорошо. Слова. Передай, пожалуйста, тогда и мои слова, что они исполняют свою миссию. Это не любители. На не... этом закончим. У меня не... больше нет предложений. Это будет обсуждаться Хорошо. В других слоях. Хорошо. В общем, я не могу согласиться на твои условия и объяснил тебе почему. Потому что я услышал и все зафиксировал. Хорошо. Буду тебя отпускать на твою чистоту. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал на чистоте рептилоида 1, 2, 3. И рептилоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово, но он ничего не принес. То есть... Я традиционно сказал. Хорошо. То, что там было, оно стоит в клетке. Открывается под этим портал в галактическое ядро, и оно уходит в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, я прошу учителя Волхва выйти со мной на связь. Да, он на связь. Он В комнате. Приветствую, дорогой учитель Волх. Первая ситуация такая непонятная сегодня случилась насчет этого договора, который мне предлагал рептилоид. Я его отверг в том плане, потому что он неприемлем.
Вы не прокомментируете как-то или не объясните, что... Прокомментирую. Пожалуйста. Ты правильно повел себя, сказав, что за твоей спиной стоит целая цивилизация. Не забывай об этом. Ты представляешь цивилизацию. Ты не один. Благодарю. Это дает мне огромные силы. Силы. Всегда... Я чувствую эти силы. Я чувствую эти силы, поэтому это все неприемлемо. Благодарю вас, дорогой учитель. Вы хотели что-то добавить? Я хотел бы добавить, что не надо бояться. Здесь нет страха. Да нет. Если бы мы боялись, мы бы здесь не находились. Страха здесь нет, я просто... Я лишь хочу сказать, что да. Они тоже встревожены тем, что происходит. Ну, игра такая. Поэтому прислали. Да. Понимаю. Твоего посла. Все понял. Я с таким послом ты один нашел раз... нашел правильные слова. Благодарю, дорогой учитель. Я действовал, как мне душа моя подсказывала. Значит, мы тогда дальше будем работать. Продолжайте. Благодарю вас. Примите искреннюю благодарность на этом месте от нас с Верочкой. Хорошо, Верочка, рассинхронизируйся.